Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Андрей, вы на канале Deviant Underplay. Сегодня я обнаружил на iPhone 11, что во время звонка или вообще просто, когда, допустим, тебе звонят, либо ты что-то делаешь, находишься где-то на улице или еще что-то, то звуки на iPhone становятся такие приглушенные, и мелодия самого звонка играет не так. Сначала, точнее, она играет нормально, потом раз и становится тише намного. Ну, в итоге, как оказалось, поковырялся в настройках и выяснил, что это не глюк телефона, а просто это системная фича, скажем так, у последних поколений айфонов. То есть, и что нужно сделать, чтобы ее отключить? То есть, мы заходим в настройки, нашего Face ID. Здесь сейчас набираем код, естественно. Вот. И смотрите, что делаете. Просто выключаете вот эту вот функцию требования внимания для Face ID и выходите. После этого, собственно, у вас все звуки и громкость, все будет на максималке. Никаких приглушенных звуков не будет, если кого-то это напрягает. То есть, вот так вот, дорогие друзья. Если интересно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Буду дальше для вас делать что-то полезное. Всем до встречи, ребята. Всем пока-пока.